Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. В конце прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было предложено специальное решение в области жилищного строительства. Оно касается новых регионов Юго-Запада России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В этих субъектах Федерации мы запускаем ипотеку по льготной ставке 2%. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на давних исторических наших территориях. На России здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута. Вводятся в строй социальные объекты, это детские сады, школы, больницы, поликлиники. Ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги и сети связи. Я хочу поблагодарить все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам. Направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику. Напомню также, что и на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов на случай утраты или повреждения имущества. Я хочу подчеркнуть, государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами. Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить очень важному вопросу, а именно поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований. На прошлой неделе, если вы заметили, у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своем регионе. Какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области? По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений. И, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено. Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации. Лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии. Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах. Проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно. И еще один вопрос повестки. Он касается поддержки граждан, потерявших жилье из-за чрезвычайных ситуаций, подтоплений, наводнений, пожаров. Имеется в виду, конечно, вся территория Российской Федерации, где эти события произошли. В этих случаях предусмотрены действия по линии МЧС, Минстроя и отраслевых министерств и ведомств. Речь идет о единовременных выплатах и пособиях, о финансовой помощи пострадавшим. Кроме того, за счет федеральных ресурсов восстанавливаются объекты образования, здравоохранения, культуры. Предлагаю обсудить результаты этой работы за прошедший год. Все ли намеченное удалось сделать, в полном ли объеме, и, конечно, затронем проблемные вопросы, если они, конечно, остаются. Давайте перейдем к повестке. Слово Марату Шахизановичу Хуснуллину. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в связи с обстрелом со стороны Украины возникают риски повреждения домов и объектов соцкультбыта граждан, проживающих вблизи приграничных территорий. В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни. При этом существующие механизмы поддержки при ЧС, обычных, которых мы принимали, не всегда представляется возможным использовать на этих территориях. Наиболее сложная ситуация на сегодня
сегодняшний день, это Белгородская область. В связи с обращением губернатора Гладкова Вячеслава Владимировича, ваш адрес, значит, и в связи с нашей постоянной с ним работой, количество уже отселенных жителей составило более 3700 человек. При этом площадь отселенных домов составляет 108 тысяч квадратных метров. Общая потребность региона для решения этой задачи оценится в 9,4 миллиарда. Значит, подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной транспортной инфраструктурой. И мы по вашему поручению, Владимир Владимирович, подготовили на сегодняшний день уже проект распределительного документа. В случае вами одобрения сегодняшних подходов мы буквально завтра можем уже принять и выделить деньги. Все согласования администрации, Минфина, Минстроя, все у нас есть. Также мы мониторим ситуацию на территории других приграничных регионов, это Брянская и Курская область. С ними тоже отработали объемы, значит, их затрат. Механизм сегодня, если будет утвержден, мы оперативно также с ними все вопросы доложим. Значит, также хочу доложить о поддержке прав граждан в связи с последствиями чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В настоящее время Российская Федерация уже имеет наработанные подходы по данному вопросу. При утрате жилого помещения гражданину предоставляется выплата на приобретение или строительство жилья или предоставляется полноценное жилое помещение. Размер такой выплаты рассчитывается, исходя из нормы общей площади жилого помещения. Стоимость одного квадратного метра для строительства или приобретения жилья определяется, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенного Минстроем в разрезе субъектов Российской Федерации. Например, по Белгороду, Владимир Ильич, мы уже сделали расчет на первый квартал 2023 года, и вот по этой цене пересчитали квадратные метры и вышли на сумму, которую необходимо, значит, выплатить. Если жилое помещение повреждено, то представляется выплата на проведение его капитального ремонта. В 2022 году размер выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения увеличился с 6 тысяч до 7 тысяч рублей за один квадратный метр. Многие регионы обращались, что как раньше за 6 тысяч они уже из-за роста стоимости материалов не могут отремонтировать. Поэтому мы в прошлом году приняли решение, увеличили эту сумму до 7 тысяч рублей на капитальный ремонт за каждый метр поврежденного квадратного метра жилого помещения. Ликвидация последствий ЧС федерального и межрегионального характера осуществляется в полном объеме за счет средств резервного фонда. Если ЧС носит региональный характер, то федеральная поддержка может быть оказана на основании решения правительства в объеме предельного уровня софинансирования из федерального бюджета. Вы, Владимир Владимирович, вы хорошо знаете ситуацию в Иркутске в 2019 году, куда вы лично выезжали, постоянно этот вопрос держали на контроле. За последний год у нас это одно из самых таких серьезных было подтоплений, когда действительно масштабно были повреждены и жилые дома, и социальные, энергетические, транспортные объекты. Тогда мы выступили, сделали специальную программу по вашему поручению. У нас было 182 мероприятия. Сумма вообще повреждения была огромная, более 66 миллиардов. Мы составили на несколько лет вперед программу, сделали сначала, в первую очередь, восстановление жилых домов. И могу сказать, что 7752 семьи получили жилые дома. Значит, я вам постоянно об этом докладывал, мы все вопросы, которые там были, по жилью решили. Дальше мы, значит, также по плану продолжаем восстанавливать объекты соцкультбыта, и у нас еще программа развернута и на этот даже год. То есть мы еще продолжаем, сняв первоочередные задачи. Значит, бюджет Иркутской области было выделено 28,3 миллиарда рублей. Всего в рамках последствий ЧС, например, в 2021 году из резервного фонда Российской Федерации было выделено средства 6,7 миллиардов рублей. На обеспечение жильем 1876 семей, на капитальный ремонт для 1544 семей. За 2021 году средства были выделены Амурской области, Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Забайкальскому краю, Республике Крым, Ярославской области, Иркутской области, Забайкальскому краю, значит, Ставропольскому краю по паводку, Амурской области по паводку и Вологодской области, Магаданской области также по паводку.
В 2022 году на эти цели были выделены денежные средства в размере 2 миллиарда рублей, на обеспечение жильем 331 семьи, капремонт 168 семей и строительство 4 многоквартирных жилых домов для 320 семей. Средства получили Иркутская область, Хабаровский край, Республика Крым, Пермский край, Ставропольский, Еврейский автономный, Автономная область, Забайкальский край, Амурская область. Кроме того, правительством оказана поддержка для восстановления поврежденных автомобильных дорог. Зарезервировано на данные цели средств федерального бюджета. За прошедшую трехлетку в 8 субъектах в результате 16 чрезвычайных ситуаций зафиксирован объем ущерба дорожной сети в размере 12,9 миллиардов рублей, из которых 6,8 миллиардов рублей – это последствия паводка второй половины 2022 года. Это в основном коснулось Республики Коми, Крым, Тывы, Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. В 2020-2022 году на эти цели выделены средства в размере 3 миллиардов. Недостающий объем в 6 миллиардов. По 2 года у нас сейчас запланировано в бюджете, значит, следующих годов, подготовлено распоряжение для выдачи документов, для выдачи средств, чтобы эти повреждения устранить. В случае повреждения социальных объектов и объектов инфраструктуры средства на восстановление объекта выделяются отраслевыми ФАИВами за счет имеющихся ресурсов. Доклад закончен. Спасибо, Борис Иванович. Вячеслав Владимирович, мы с вами встречались, обсуждали проблемы, которые возникли в Белгородской области. Я сейчас только что об этом упомянул. И после нашей с вами встречи правительство проработало определенные решения, которые будут реализовываться не только у вас, но и в соседних областях. Какие на этот счет у вас есть соображения, комментарии, пожалуйста? Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, находимся в ежедневном контакте с Маратом Кизяновичем, с Министерством строительства, с Министерством финансов Российской Федерации. Все вопросы буквально через 10 минут после нашего с вами разговора созвонились со всеми, и все необходимые согласования не сделаны. И мы провели, завершили мониторинг, техническую инвентаризацию всех тех паспортов, тех семей, тех жилых домов, которые пострадали, и готовы, понимаем, какое количество жилья и какого качества у нас есть уже готово, которое в ближайшее время введется в эксплуатацию, сколько нам необходимо до конца года построить. То есть мы готовы к выполнению задачи по возмещению потерь, которую понесли жители нашей области. Угу. Спасибо. Роман Владимирович Старовой. Да, Владимир Владимирович, добрый день. Хочу поблагодарить вас за это принятое решение, потому что действительно с весны прошлого года, с начала специальной военной операции, всего у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, при этом два многоквартирных дома и четыре частных не признаны уже для проживания, не могут быть признаны годными для проживания. Семь объектов пострадала социальная инфраструктура, это пять школ, один детский сад и одна участковая больница. На контакте находимся с правительством Российской Федерации, Марат Шакирзяновичем, с Минстроем. Коллегам все данные передали, поэтому если будет принято решение по помощи, будем крайне благодарны. На цели восстановления из резервного фонда мы предполагали из своего резервного фонда потратить без малого 400 миллионов рублей, 153 уже потрачено, поэтому, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, были бы крайне благодарны. Но если позволите, Владимир Владимирович, у нас 18 сентября в прошлом году прошел ураган, нетипичное явление для Курской области, в результате которого пострадало 252 индивидуальных жилых дома, 15 многоквартирных домов и 3 объекта соцсферы. Это Льговская ЦРБ, одна школа среднеобразовательная и автотехнический колледж. К сожалению, погибло 2 человека, один студент колледжа погиб. По итогам сложился ущерб у нас 355 миллионов рублей, но по формуле
мы не можем претендовать на федеральную поддержку, потому что сумма не превышает 0,5% доходной части бюджета, а по линии Минстроя компенсируются затраты только по жилому фонду, то есть не пошли в расчет 211 миллионов рублей ущерба трем социальным объектам. Поэтому, если будет принято специальное решение, если поддержите, были бы крайне благодарны и по этому вопросу. Спасибо большое. Ну, надо посмотреть и подтвердить эти цифры. Обычно это делается вместе с МЧС. Александр Вячеславович, поработайте вместе с губернатором, ну, а потом уже в Минстрой и Минфин. Пускай коллеги оценят это. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Богомаз Александр Васильевич, Брянская область. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. У нас с начала специальной военной операции Брянская область подвергалась 272 раза обстрелам. Это и артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, 4 человека погибло. Мы запрещенный ущерб с областного бюджета была оказана помощь в размере 4 миллиона 400 тысяч рублей. Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений. Полностью 7 домов. 7 домов мы сегодня 5 владельцам полностью возместили по их желанию и один дом построили. Один дом оказался бесхозным. То есть всего на сегодня Брянская область была оказана помощи нашим жителям на сумму 97 миллионов рублей, и в том числе 64 миллиона рублей – это именно приобретение жилых помещений. Ситуация на сегодня такая, ну, все, что можем, мы делаем, с областного бюджета мы выплачиваем. Конечно, если будет оказана нам помощь с федерального бюджета, мы только будем благодарны за данную помощь нашей Брянской области. Ну, вы в контакте с Минстроем, с Маратом? Конечно. Мы в контакте, мы постоянно на контроле, мы все это делаем. И все, что касается безопасности, и строительства инвестиционных сооружений, мы уже построили. Всю эту работу мы ведем. Экономика. Хорошо. Вот стабильно закончили, получили рост и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Так что здесь область живет и работает. Хорошо. Ладно. Спасибо большое. Сергей Валерьевич. Валерьевич, как у вас? Уважаемый Владимирович, ну, спасибо огромное. Это нам поддержка с федерального бюджета в части фортификации в полном объеме там оказывается. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет. Ну, поэтому вот в этой части спасибо огромное. Здесь с федеральным правительством работаем. Ну и все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству, все-таки окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум, но я, Марат Шакирзанович, и вам доложил, до 1 апреля закончим. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Теперь хотел бы спросить у коллег с Дальнего Востока, Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Еврейская автономная область. Вот из того, о чем говорил Марат Шакирзянович, и по проблемным вопросам прошлого, позапрошлого года, что еще не доделано? Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы? Владимир Иванович Осипов, Забайкальский край. Прошу вас. Два года, в 2021-2022, наиболее масштабные наводнения были в Забайкальском крае, из территории всей страны. Пострадало почти 20 тысяч человек. Благодаря поддержке федерального правительства и восстановлению дорог, социальных объектов, социальные выплаты населению практически все выплачены, произведены. Есть один вопрос, он подзастрял. По наводнению 2021 года часть людей вынуждены были из-за проблем у них с документами свое право на восстановление жилья, на ремонт, на приобретение нового отстаивать в судах. Сейчас эти все решения судов образовались, вышли уже около 560 семей, и таким образом необходимо сейчас обеспечить жильем, и около 100 семей по наводнению 2022 года. Мы все документы вместе с Александром Вячеславовичем подготовили, все проверили, все
нужным образом оформили, в правительство их направили в конце прошлого года. Но по понятным причинам в резервном фонде в конце прошлого года средств не было, и поэтому они еще пока не выделены. Вот сейчас вопрос тот остро стоит, если было бы ваше поручение, чтобы быстрее выделили эти средства, и этим 700 семьям мы обеспечили бы жильем. Это первая просьба. И вторая. Мы в ходе восстановления паводков, благодаря оперативным решениям Минприроды, более 100 гидротехнических сооружений укрепили, восстановили, и они существенным образом защищают сейчас население. Одновременно идем, строим и проектируем 7 дамб. Но вот еще по 3 селам, где есть ПСД, средства не выделены. То если бы просили бы также ваше поручение, если бы помогли бы мы эти население 3 сел, наиболее угрожаемых, тоже защитили бы. Спасибо. Хорошо, спасибо. Я пометил. Пожалуйста, коллеги, кто еще? Разрешите, Владимир Владимирович? Да, прошу вас. Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Марат Шакирзянович подробно доложил по Иркутской области. Я сразу хотел доложить, что в конце прошлого года, когда мы открывали вместе с российскими железными дорогами школу в Тулуне, вы обратили внимание на тех людей, которые находятся вдоль железной дороги. Сегодня мы вместе с правительством сформировали вот эту программу, где близко расположены грунтовые воды, они не вошли в зону ЧС. Сразу хочу доложить, что в конце года, как я обещал, 320 семей уже получили квартиры. У нас остается вот этой категории граждан 497 семей. Мы спланировали это на ближайшие 2 года. С жителями ведем, они знают, что в этом году, если будет ваше поручение, мы вводим 2 дома на 136 квартир. В 2024-м завершаем эту работу и в целом понимаем, что те обязательства, которые сегодня федеральный центр, региональная власть перед людьми в тот период обозначила, мы их завершаем в 2024 году. А по социально значимым объектам сразу хочу доложить, что те поручения, которые вы давали в рамках социального партнерства, сегодня компания «Полис» и мы вместе достраиваем бассейн в Нижнеудинске, и те все социальные обязательства выполнили. Это и Роснефть, и все, что касается Сбербанка, ставили «Полюс», ну и всем РЖД, вот все компании, они свои обязательства выполнили. Ну а дальше мы работаем в таком в плановом порядке. Владимир Владимирович, у нас остается еще 44 объекта, которые нужно в рамках той программы завершить. Программу до 2024 года, если решите продлить ее до 2026 года, мы в плановом порядке работаем и с министерством, и с Марат Шакирзяновичем. Доклад закончен. Хорошо. Уже пометил. Пожалуйста, кто еще, коллеги? Владимир Владимирович, разрешите, Амурская область. Да, пожалуйста, прошу вас. Василий Александрович. Уважаемый Владимир Владимирович, слова благодарности Марату Шакирзяновичу и также коллегам из МЧС, Минтранса, Минстроя. У нас один из самых непотопляемых регионов в стране. За последние 10 лет было 8 паводков, из которых 3 имели статус федерального значения. В прошлом году тоже было наводнение, был присвоен статус федерального реагирования, но он был относительно небольшой, 400 человек пострадавших. Значит, там сумма ущерба 1 300 000 000 рублей. Заявку на восстановление дорог мы направили, посчитали с Росавтодором сумму ущерба 880 миллионов рублей. Рассчитываем, что эти средства также будут доведены, как это делалось и раньше. Здесь коллегам из Росавтодора отдельная благодарность. Владимир Владимирович, разрешите несколько предложений. У нас в связи с этим большим накопленным опытом был принят ряд решений, в том числе эти решения ложились в основу корректировки федеральной нормативной базы. Но в частности, мы за 3 года последних определили границы зон затопления на территории Амурской области. В эти зоны затопления попало 219 населенных пунктов с населением около 500 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах целесообразно строить берегозащитные сооружения, они строятся, и здесь выделяется соответствующее финансирование. А в некоторых населенных пунктах с малочисленных и малоперспективных, зачастую это нецелесообразно. Условно, деревня Новопетровка в Михайловском районе, в Константиновском районе, меньше 500 человек с тенденцией к снижению, стоимость дамбы 1 200 000. Считаем, что для таких населенных пунктов, для таких жителей целесообразно было бы разработать федеральную программу по отселению. Понимаем, что это значительные средства за собой повлечет, поэтому возможно было бы применить механизм субсидированной ипотеки, как по ряду других категорий граждан это применяется. Мне кажется, это дало бы людям возможность с применением ипотеки переселяться на непотопляемые территории.
То, что мы сделали за последние три года, благодаря федеральному финансированию, вот в результате этих ЧСов мы переселили из зон затопления 2863 человека, предоставив им выплаты на приобретение 818 жилых помещений. Соответственно, эти люди уже не пострадают от паводка. Мне кажется, это системная работа, ее можно было бы взять за основу для таких территорий, как наша. Доклад закончил, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Позвольте, Владимир Владимирович. Позвольте. Пожалуйста. Владимир, в результатах ЧС 2019-2021 года у нас пострадало более 2735 человек. Огромное спасибо Марату Шахерзяновичу, вам за выделение денежных средств, практически 2 миллиарда 987 миллионов рублей было потрачено и переселено 2290 человек. При этом поддержу коллегу Осипова Александра Михайловича. У нас та же самая проблема. В конце прошлого года мы документы подали в Минстрой на выплаты, да, но деньги до сих пор не пришли, обещают до марта этого года. И у нас остается еще одна проблема. Это те правила, которые выделение субсидий и предоставление мер социальной поддержки, которые были поменены в 2021 году, то, что предоставляется только один раз. Если посмотреть структуру, да, по переселению, у нас по предоставлению сертификатов 85% жителей остались на своей территории, только 15% выбрали переезд в другие субъекты Российской Федерации, то есть люди хотят жить на своей земле. И у нас 18 человек выбрали уже меру социальной поддержки капитальный ремонт помещений. И второй раз пришла волна паводков, да, и они пострадали. Мы запрашиваем денежные средства на уже выдачу сертификата на переселение. К нам пришел, к сожалению, отказ. Мы остаемся в контакте с Минстроем, да, вот, буквально в январе месяце разговаривали, да, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу. Но мне кажется, несправедливо, да, когда люди пострадали, хотели остаться на своей земле, отремонтировали дома, но так случилось, да, не удержали воду, еще раз пострадали. Хотел бы вашего поручения, чтобы в этих правилах, да, было исключение. Ну, подумать, у нас изначально идея заключалась в том, чтобы вот на опасных территориях люди не оставались. Понятно, что человек привык к такому конкретному месту, но надо предоставлять просто возможность где-то рядом, чтобы удобно было, ну, так, чтобы не на местах, где каждые полгода или каждый год паводок приходит. И что делать? Каждый год ремонтировать? Владимир Владимирович, сейчас как раз строятся защитные сооружения, да, по вашему поручению. Это село Нижнелининское, Кукелево, да, это касается этих мест. Буквально уже через год будут закончены дамбы, да, и они перестанут подтапливаться. Ну хорошо. Если предпринимаются меры для того, чтобы обеспечить безопасность на этих территориях, наверное, можно и нужно над этим подумать. Пожалуйста, тоже направьте. Я сейчас в завершении скажу, что я предлагаю. Ну, надо будет всем коллегам свои соображения оформить и прислать нам. Ко мне пришлите, пожалуйста. Так, пожалуйста, коллеги, кто еще? Владимир Владимирович, позвольте Хабаровск. Да, Михайлович, пожалуйста, прошу. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, начну с Дебальцева. Мы взяли шефство над этим городом воинской славы. Хабаровчане откликнулись сразу. В прошлом году восстановили ряд объектов от детского сада до центра детского творчества в Дебальцево, потратили краевые средства 435 миллионов рублей. Всего за год из бюджета мы потратили на социальные выплаты, поддержку семей военнослужащих, восстановление Дебальцева и другие цели, в том числе поставки в войска разных запрашиваемых устройств, амуниции, больше 2 миллиардов рублей. По ЧС и продолжаем тратить средства, своих не бросаем. В рамках поддержки специальной военной операции мы наладили производство тактических вездеходов, багги. Сейчас они тестируются на полигонах Восточного военного округа. Наладили пошив отечественных
спальных мешков, теплых вещей. Также поставляем в зону специальной военной операции. Теперь по ЧС. 21-20 годы все средства из резервного фонда правительства мы получили. Спасибо вам, вашим поручениям и правительству. Со всеми рассчитались. Часть отселили людей, часть восстановили. И здесь спасибо, вот Марат Шакирзянович в докладе упомянул, это была наша просьба, до 7 тысяч увеличили средства за квадратный метр на восстановление. Комсомольские на Амуре защитные сооружения. Долгое время у нас там было отставание по стройке, по дамбам. Мы все это дело реанимировали и идем сейчас с опережением графика по плану 24 год. Основная дамба, вот, но постараемся в этом году даже ввести. Теперь по этому году, точнее 22-му году, впервые у нас применена новелла, и за это спасибо вам, правительству, а в правительстве Минприроды и МЧС, применена новелла введения федерального ЧС в рамках одного региона. Учитывая масштабы больших дальневосточных регионов, раньше такая возможность отсутствовала, и была сложность при привлечении группировок спасателей федерального уровня. Поэтому в этом году мы ввели такой ЧС во время лесных пожаров, отбили все населенные пункты, жертв нет, угрозы, и точнее ущерба инфраструктуре не допущено. Хочу поблагодарить МЧС, группировка существенная была здесь у нас организованы, пожары были потушены. Из хвостов у нас все дороги после наводнения на реке Буреи и Амур 2020-2021 года восстановлены. В полном объеме мы получили средства. У нас остался один мост. Мы в этом году вместе с Росавтодором и Минтрансом отрабатываем, будет восстановлен. Доклад окончен. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Максим Геннадьевич, есть какие-то комментарии решетников? Нет, Владимир Ильич, мы вместе с Минстроем работаем системно, по экономическим вопросам решаем. Ну и вот мы по Крыму, по туризму поддержали, я вам докладывал, по Крыму и Севастополю в конце года. Единственное, что может быть, ну, попросить поручение вместе с регионами еще посмотреть на тему бизнеса, вот кто от обстрелов страдает, там ведь попадают и в предприятия, и в малый бизнес. Мы эту тему так поднимали аккуратно, как бы, да, вот, чтобы какую-то компенсацию тоже все-таки за имущество, ну или какие-то льготные кредиты, значит, посмотреть. Мы по своей линии посмотрим, по нашим нацпроектам как-то дополнительно, но, может быть, вместе с регионами тоже эту тему отработать, потому что обращения бизнеса, в общем, есть. Они единичные, но тем не менее есть. Угу. Согласен. Спасибо. Вы правы. Антон Геннадьевич, мы с вами вчера вечером или уже ночью, да, поздно вечером, обсуждали сегодняшние вопросы, вынесенные на совещание. Пожалуйста. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Мы в Минфине очень оперативно всегда относимся к тем заявкам, которые поступают от регионов. Вот, проверяем, значит, их на предмет отнесения к региональным, федеральным ЧСам. Но самое главное, безусловно, это оперативное выделение денег, значит, на то, чтобы люди, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций или от разрушения жилья, оперативно получали необходимые компенсации. Это наша первоочередная задача. Вот. Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, о которых вы говорили в начале нашего совещания, мы оперативно изыщем, и все необходимые средства будут предоставлены. Спасибо. Ну вот Александр Михайлович из Забайкальского края говорил о том, что пока нет, не поступили средства. И Ростислав Эрнстович тоже. Поэтому обратите на это тоже внимание. Ну а по так называемым приграничным территориям, которые пострадали от этих обстрелов неонацистских, там соответствующие решения новые должны быть приняты. Мы договорились о порядке, о работе по этому направлению. Я вас прошу не затягивать. Значит, Ростислав Эрнстович, вот люди, которые не переехали из подтопляемых участков и по второму разу пострадали, значит, их сколько всего человек-то там? Сколько домохозяйств? Владимир Владимирович, 18 человек всего.
Цена вопроса 26 миллионов рублей. Надо помочь, конечно, но, может быть, вы просто не предоставили хороших участков в безопасном месте. Владимир Владимирович, на самом деле мы с Петровичем были в селе Кукелево, как раз ездили, люди просто умоляли их не переселять и оставить на месте. Мы их в этом со следующего года там подтопления уже не будет, будут работать дома. Да. Ну хорошо. Мараш Ильич, 18 человек совсем немного. Люди так привязаны к своему месту жительства, чувствуют, видимо, что это их родная малая родина, совсем малая. Поэтому надо помочь им, посмотрите, с каких источников это сделать. Это, конечно, не соответствует тем решениям, которые были приняты ранее. В целом. И в целом надо придерживаться, конечно, правила, о котором мы говорим, а именно предлагать людям переселиться в те места, которые являются безопасными. Но в данном случае давайте сделаем исключение, надо помочь. 18 домов всех. Вот. Марш. Есть, Владимир Владимирович, найдем решение. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы с вами обсудили сегодня вопросы, которыми занимаемся регулярно, но они своей остроты, несмотря на эту регулярность, не теряют. Поэтому я вас прошу, вот все, о чем мы договаривались и договоримся сегодня, исполнять в нужном объеме и в те сроки, которые мы перед собой ставим. Вопросы, которые были подняты и которые пока не решены, я прошу оформить и прислать, я думаю, что Марат Шахизяновичу передайте, пожалуйста, и если что-то нужно будет сделать дополнительно, то Марат Шахизянович мне отдельно доложит. А так, в целом, прошу вас настроиться на то, чтобы все обсуждавшиеся сегодня вопросы были закрыты как можно быстрее. Спасибо.